Артеме, можна вас попросити за даними, які у вас наявні? Можливо, маєте якісь інсайди, може, маєте якусь таку менш офіційну інформацію, але якось зможете нам роз'яснити, чому поки за офіційними повідомленнями українських прикордонників, українських військових, вони не бачать пересування вагнерівців на білоруську територію, саме кадрового складу, але повідомлення навіть уже про другий населений пункт, про другий такий табір, який споруджується, один не дуже далеко від Мінська, а інший, от зараз є повідомлення про Могилівську область. Що це таке? Це підготовка до чого? Коли вони мають з'явитися? Чому їх зараз там немає? У нас нет ответов почти ни на какие из ваших вопросов, потому что Лукашенко и Пригожин оба анонсировали очень размыто, да, какое количество людей должно прийти, никто не говорил. Они не говорили, когда может начаться перемещение этих вагнеровцев. Судя по всему, никто еще не знает, сколько вагнеровцев действительно решат отправиться в Беларусь и чем они там будут заниматься. И это ключевой вопрос, потому что это наемники, которые привыкли много зарабатывать, которые привыкли воевать за деньги, да, и совершенно непонятно, что они смогут делать в Беларуси и зачем им туда, соответственно, переезжать, да, если у них есть другие альтернативы. Да, в частности, те, кто хотят продолжать воевать против Украины, они могут воевать внутри российского Минобороны. Кроме того, как и ваши силовые службы, так и местные жители возле, по крайней мере, этого строящегося лагеря в Могилевской области не подтверждают, что кто-то туда приехал еще. То есть пока такое ощущение, что просто строят на всякий случай, потому что об этом договорились с Кремлем, но пока даже местонахождение Пригожина самого неизвестно наверняка. Его самолет постоянно вылетал из Минска в Питер и обратно, и совершенно непонятно, где он прямо сейчас. А я думаю, что здесь просто есть неурегулированность вопроса, в каком статусе вагнеровцам и вообще всей этой компании позволят находиться в Беларуси. Потому что никто не представляет, что Лукашенко разрешит им просто в качестве такого анклава существовать, никем не контролируемого. То есть очевидно, что белорусские силовики захотят держать их под полным контролем или как-то даже инкорпорировать свою структуру. А вряд ли это интересно самим вагнеровцам. Я думаю, что эти задержки, они могут быть связаны с переговорами. Они просто не могут понять, в каком вообще формате возможно существование Вагнера в Беларуси. Потому что Лукашенко тут отличается немножко от Путина. Он терпеть вот такое отсутствие монополии на насилие не будет.